степи, большие степные пространства, пространства Монголии. Едешь, едешь и крайне иногда скотовод спрашиваешь, где такой-то пункт. Он обязательно скажет тут, но пальцем показывает. Если повыше он показывает, да, надо понять, что далеко. Пониже это где-то там поближе. Ближе где-то всего 100 километров. Да. Вот на таком языке. Ну, понимаем друг друга. Это в основном пастбище. Сейчас планируется продолжать освоение халхин-гольской земли. Так сейчас в сотрудничестве с Советским Союзом разрабатывается план создания новых космодромов. Это не танки.